Среди железнодорожников существует негласная традиция особо почитать труд коллег, которые начинали свой профессиональный путь с рабочих должностей. Такие руководители прекрасно знают, как устроена работа на стальной магистрали. В центре внимания нашего сюжета история успеха сотрудника компании, который смог добиться значительного карьерного взлета благодаря своему труду, усердию, ответственности и постоянному обучению. Начав свою карьеру в компании в 2017 году сигналистом на станции Павлодар, Абай Сарыбай проявил себя как талантливый и целеустремленный работник. Я начал свой путь сигналистом, затем стал оператором. Позднее перевелся в дежурные, потом стал диспетчером, а ныне работаю заместителем начальника смены. Я ставлю перед собой цели добиваться новых высот, внести свой вклад в работу на казахстанских железных дорогах. Абай с малых лет мечтал стать железнодорожником и пойти по стопам старшего брата и дяди. Стальные пути, гудки локомотивов и ритмичные стуки колес по рельсам всегда привлекали его. Он поступил в Павлодарский государственный университет имени Торайгырова на факультет металлургии, машиностроения и транспорта. У меня степень бакалавра и две степени магистратуры. Я всегда стремлюсь получать дополнительные знания, чтобы это помогало мне в работе. Как считает сам Абай, его успехи во многом происходят благодаря постоянному обучению и программам, которые предоставляет КТЖ. Так, последнему ему повышению поспособствовало участие во втором потоке программы 100 молодых лиц КТЖ. В целом в КТЖ работают около 37 тысяч молодых людей. Среди многих программ для молодежи я бы особо хотела отметить программу 100 молодых лиц. Специалисты проходят тщательный отбор. Подается множество заявок для участия. К примеру, 60% участников первого потока уже получили ротацию по горизонтали и вертикали. 15% захотели стать внутренними тренерами. Абай успешно применяет полученные знания на деле. Коммуникация – это ключевая функция в работе диспетчеров. Также Абай считает источником вдохновения для достижения новых вершин свою семью.